Торжественное мероприятие открыл глава Ленинского городского округа. Алексей Спасский поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов ведомства, а также тех, кто в данный момент находится в зоне боевых действий. Это, наверное, один из самых любимых, или, если хотите, уважаемых праздников в нашей стране. Это профессиональный праздник людей, которые выбрали для себя профессию непростую, но очень нужную, очень достойную, очень благородную. За высокие показатели в служебной деятельности 16 сотрудников органов внутренних дел получили ведомственные награды. Государственный инспектор отделения технического надзора ГИБДД Алексей Тарасов отмечен знаком главы за личный вклад в развитие округа. Признается, для него это большая честь. Служба наша заключается в том, чтобы нести надзор за контрольным соблюдением юридическими лицами нарушений, также проводим осмотр школьных автобусов, которые занимаются детскими поездками, которые перевозят детей на экскурсии от мест проведения занятий. Прекрасным подарком к празднику для 8 сотрудников УМВД стали сертификаты на получение квартиры. Среди будущих обладателей собственного жилья Екатерина Титор, участковый уполномоченный Развилковского отдела полиции. Я очень благодарна администрации, особенно начальнику УВД Астахову Сергею Сергеевичу за предоставленную такую возможность проживать здесь, быть с детьми ближе и почаще, потому что я проживаю в Москве и время занимает очень долго на дорогу. Как отметил начальник управления МВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Астахов, в этом году к празднику подошли с достойными результатами. Благодаря совместному труду и взаимодействию всех, без исключения служб, в течение года управление удерживает лидирующее место среди районов Московской области. Но самым главным из приоритетов является повышение уровня доверия жителей городского округа. На сцену для награждения выходили следователи, оперуполномоченные, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники дорожно-патрульной службы, водители-полицейские и работники многих других подразделений. День полиции – это действительно по-настоящему общенародный, я считаю, праздник для нашей России. Мы все его празднуем. Для меня это тоже праздник, в недавнем прошлом профессиональный. И, к сожалению, на вашей службе достаточно редкость большая эти праздники, выходные, потому что, несмотря на личное время, в любое время дня и ночи, вы всегда спешите помогать людям. Именно эти люди ежедневно ведут нелегкую борьбу с преступностью, всегда стоят на страже закона и порядка, обеспечивают безопасность жителей округа и часто рискуют жизнью, приходя на помощь в самых сложных ситуациях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.